Мясо тушеное с овощами, да? Вот у нас в мультиварке тушится мясо. Отдельно у нас приготовлены овощи. Что здесь? Кабачок, морковка, стручковая фасоль и лук пари. И перец болгарский. И перец болгарский. Все порезано, перемешано. Пока готовится мясо. Соли добавляли в овощи, нет? В мясо тоже соль не добавляли, да? Все, соль в конце. Было поставлено, по-моему, на 30 минут, да? Мясо. Ну, в зависимости от мяса, свининку можно и на меньше, мне кажется, да, минут на 20. Так вот, перемешивается, чтобы однородная масса была. А дальше будет скидываться. Есть мнение, что мультиварка готовит сама. Нет, мультиварка не готовит сама. За ней обязательно нужно следить, да? Сейчас она вообще как сковородка используется просто, да? Да, кивает мне в ответ головой. Итак, с мяса у нас испарилась вода. Осталось только мясо и масло. Мы его перемешали. И сейчас будем закидывать овощи. Вот эти вот. Я подсолим маленечко. Помешаем. И добавляем овощи. Вот уже готовые овощи. Овощная смесь. Чувствуется, как приятно, кстати, пахнут овощи. Сейчас осень, овощи еще свежие. Зимой, наверное, они будут замороженные и не такие вкусные, сладкие. Закинули овощи. Отключили и ставим заново таймер. Тушение на час. Тушение на 1 час. Время пошло, да? Да, но не показывает. Итак, вот приготовилось наше мясо с овощами. Что радует, овощей практически не видать. В основном мясо. Но овощи там есть. Они как бы просто, вот то, что называется, уварились, наверное. Очень вкусно. Очень вкусно за счет того, наверное, что много мяса. Мясо говядина, поэтому готовят долго, свинина бы готовилась быстрее. Так что всем рекомендую. Очень-очень вкусно.